Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале «Цветочные джунгли» от Блондинки. И сегодня, посреди заснеженного января, в моих джунглях вот такая красота. Я попытаюсь все-таки поймать желтый цвет вот этой орхидеи. Я вчера ее показывала и объясняла, что она желтая, но мой телефон не дружит с желтым цветом. Вот, она такая вот нежно-нежная, лимонно-желтенькая, с белым центром. Но вчера мне это не удалось поймать. Я не тот ракурс, видимо, ловила. Вот. И все я веду к одному, что вот этот вот белый махровый гипиаструм, который распустился, он все-таки имеет... Вот даже когда он зацвел уже, такой оттенок топлёного молока. Вчера он был буквально желтый, у него был какой-то цвет сливочного масла домашнего. Такой очень-очень такой своеобразный. А вот сегодня он уже, видите, стал молочно-белым. Но это фантастически прекрасная картина. Выпавший снег. Вот эти чудеса на моем подоконнике. И посмотрите, какое темное время года. Весь январь в этом году очень и очень темный. Я вот когда съемку окончу, я вот эту лампочку дополнительную, которая у меня светит, я ее выключаю всегда. И вот эти гипиаструмы зацветают всего лишь, довольствуясь вот этим скудным светом. Вот сейчас день, то есть это не вечер, это день. Такое вот темное-темное, мрачное-мрачное небо. И это уже третий месяц. И вот в такой кромешной тьме цветут вот такие огромные, поразительные, потрясающие цветы. И орхидеи меня в этом смысле удивляют. Ну, а вот эти громаднейшие шары меня удивляют вдвойне. Хочется его повернуть. Просто поразительная красота. Они такие красивые, вот эти махровые гипиаструмы. Я постоянно покупаю махровый микс, чтобы сэкономить, потому что в махровом миксе там вот эти махровые цветочки, они без названий, и они не в два раза даже дешевле, а вот в тот момент, когда была космическая распродажа, они просто в три раза дешевле. Вот это чудо на фоне белого снега, это, конечно, шедевр. И мне постоянно в этом махровом миксе попадаются какие-то чудеса. Любой желтый оттенок, он увеличивает цену гипиаструма просто вот астрономически, потому что желтый оттенок – это большая редкость. Но мой красавчик в момент зацветания явно этот желтый оттенок имеет. И вот это свечение изнутри, как будто бы светится он, так вот переливается изнутри каким-то сиянием желтым. Это невероятно красиво. И вот эти, конечно, у меня чудеснейшие цветочки. И вот эти, представьте, они цветут. Вот 31 декабря распустился первый абрикосовый. Их было 5. И вот сегодня, ну вот один еще вообще бодренький, вот этот, который сбоку, он уже отцветает. Вот эти вот остальные тоже отцвели, ну так уже сколько ж цветут. А вот этот пинкривал, он на Рождество зацвел. Чудо какое. И это, конечно же, шедевр. Это просто что-то умопомрачительное. По-другому я не могу сказать. Я очень хочу снять видео о цветах, которые растут и цветут в темноте, но поскольку я не могу налюбоваться вот этим чудом, да еще и на снежном фоне.
У меня так редко бывает вот эта картина невероятная. Снег и гипиаструмы, потому что серая крыша, она как бы не сильно-то красивая была, а сейчас вообще чудо. Вот такая красотища. И все это очень просто. Я не обладаю какими-то особыми цветочными талантами, поэтому я и назвала свой канал «Цветочные джунгли от блондинки». Я достаточно ленивый человек, поэтому я делаю только самые простые, самые необходимые вещи. Стараюсь заниматься по минимуму цветами и искать неприхотливые, которые не требуют уж какого-то такого ухода и танцев с бубнами вокруг. И вот смотрите, я вот правда скажу, мне этот результат кажется невероятным. Цветение орхидей у меня домашнее. Может быть, это все повезло. Я, кстати, этот вариант тоже не исключаю. Но в луковичных-то я уже разобралась. И разобралась давно. Луковичные я понимаю, обожаю. С орхидеями я нахожу общий язык, пытаюсь его найти. И я все подробно-подробно рассказываю, что я делаю, как у меня все это получается. Но сегодня я ничего не могу рассказывать. Я сейчас опять подойду к этим белым. Я могу только любоваться, восхищаться и радоваться, что в моей жизни была вот такая красота просто на моем подоконнике. А я желаю всем удачи, здоровья. Не бойтесь покупать цветочки, даже если вы боитесь и сомневаетесь в своих способностях. Я тоже сомневалась. Всем удачи, здоровья и всего самого доброго!